Девятый день Олимпийских игр подошел к концу. Биатлон. Женщина. 10 километров. Гонка преследования. В топ-5 две норвежки и две шведки. Лин Персон из Швеции пятая. Среди скандинавок затерялась белоруска Анна Соло. Она четвертая. Третье место ушло норвежке Тириль Экхо. Вторая шведка Эльвира Эбер. Первая норвежка Марта Рейсела. Мужчины. 12,5 километров. Йоханнес Бё пришел пятым. Лукас Хофер из Италии четвертый. Эдуард Латыпов попал в топ-3. Тарио Бё второй. Кентен Фион Майя из Франции первый. Бобслей. Женщины. Одиночки. Первая попытка. Пятая китаянка Инцин. Третье место разделили американка Элона Мейерс-Тейлор и канадка Кристин Дебрюйн. Немка Лаура Нольте вторая. Первая стала Келли Хамфрис из Штатов. Во второй попытке все так же ранах не было Келли Хамфрис. Лаура Нольте опустилась со второго на третье место, а Кристин Дебрюйн поднялась на вторую строчку. Элана Мейерс-Тейлор не смогла зацепиться за тройку, осталась на четвертой позиции. Пятое место и вновь китаянка Нони Инцин. Она упала на восьмое место. Пятая Хуай Минмин. Горнолыжный спорт. Мужчина. Гигантский слалом. Первая попытка. Она оказалась удачной для Марка Одермат из Швейцарии. Представитель Австрии Штефан Бренштайнер расположился на втором месте. Третье и пятое место ушло французам Матье Февру и Тибу Фавру. Четвертый норвежец Хенри Кристоферсон. Вторая попытка и топ-5 изменилась. На своих позициях остались только Марко Одермат и Матье Февр. Первое и третье соответственно. Второй словак Жан Краньец. Четвертым стал американец Ривер Радамус. Пятое место разделили два француза Алексис Пинтюро и Тибу Фавру. Керлинг мужчины. Шестой тур. Норвежцы проиграли шведам 4-6. Китай оказался слабее Великобритании. Британия 6-7. Канада уничтожила США 10-5. Италия проиграла России 7-10. Женщина 6-й тур. Датчанки отлетели от великобританок 2-7. Американки проиграли шведкам 4-10. Китаянки оказались сильнее Южной Кореи 6-5. Швейцария победила Канаду 8-4. Лыжные гонки. Мужчина. Эстафета. 4 на 10 километров. Пятое место заняла сборная Германии. Четвертое стала Швеция. Бронза у команды Франции. Серебро взяли норвежцы. И первое место досталось России. Мужчины. Хоккей. Два матча группы С. Словаки победили латвийцев 5-2. Финны оказались сильнее Швеции 4-3. Шорт-трек. Женщины. Эстафета 3 километра. Финал. На 8-м и 7-м месте расположились США и Россия. 6-й стала Польша. Пятерку открывает Италия. 4-й это Канада. Замыкает топ-3 Китай. Серебро забирает Южная Корея. Золото уходит Нидерландам. Мужчины. 500 метров. Финал. 9-е место занял латвиец Роберт Крузбергс. 8-й казах Денис Никиш. 7-й стал россиянин Павел Ситников. 6-е место досталось представителю Китая с очень сложной фамилией. Дадзин У. Пятерку открывает итальянец Пьетро Сигель. Совсем чуть-чуть не хватило казаху Абзалу Ашгалиеву для того, чтобы попасть в топ-3. Он лишь четвертый. Третьим стал канадец Стивен Дюбуа. Второй россиянин Константин Ивлиев. Первым стал представитель Венгрии с невенгерской внешностью фамилии Шауан Лю. Вот так выглядит медальный зачет. Телеграм-описание, вы сами знаете, что делать.